Всем привет, с вами Доктор Сфейворит, и добро пожаловать в мое новое видео. Спустя небольшой перерывчик. Сегодня поиграем в Ice the Core Game Remastered, сделанное фанатом VivMax. Вот. Поиграем мы сегодня, я думаю, в сюжетную часть. Story мод по-другому. Потому что нормальный режим, в принципе, ничем не отличается от оригинала, кроме как переделанной графики. А в Story мод то тоже как бы переделанная графика, но еще и дополнена немножко всякими приколюхами. Так что сегодня постараемся осилить этот режим. Пока грустится, расскажу о планах на ближайшее будущее. Значит, видео по Слендеру выйдет... Я не знаю, когда. Потому что делать гайд на достижение не так просто. Потому что там есть одно из достижений, например, найти все вот улики, все записки, и их делать как-то, ну... Не особо хочется. Ну, чтобы находить это все как-то пока что вообще времени очень мало. Вот, такие пироги. А по фазам видео выйдет. Я надеюсь. Запишу, думаю. Вот оно точно должно выйти. До Нового года. Вот. Это вот такая вот новость. Вот по Ice the Core Game Remastered посмотрим, получится ли у нас пройти в этом выпуске. Так, пару выпусков, я думаю, посвящу этой игре. Но это мой максимум. Кстати, эта игра будет обновляться. Сказал разработчик, что в... Ну, вроде как с Нового года, я что-то давно уже не смотрел эту новость. Будет обновление... Переедет на другой движок. Вроде как я, может, ошибаюсь. И все. И будет новая версия. Особняк мистера Майлза. Семейный ужин 20 лет назад. Давайте мышку уберу. Вот такой вот семейный ужин. В каждой семье такие семейные ужины. Даже без еды. Майлз, я хотел попросить руки вашей дочери. Да, мы с ним планируем семью. Хотим в дальнейшем детей, поэтому... Я согласна выйти за него замуж. Вот так вот. Спустя 20 лет. Снова это место. Сложность, ну, давайте нормальная будет, пусть. Крейси, ну, 2 часа назад. Ну как, готов? Нет. Я никуда не собираюсь идти. Чувак, я уже все для тебя проверил. В доме безопасно, там уже давно никого нет, я проверял. Ты получишь 12 тысяч как минимум. Тем более у меня есть ключ от входной двери. Звучит законно. Ладно. Еще что-нибудь нужно? Сделай карту. Это место огромное. Ок. Вот так вот. Место проверено, как говорится. Карту нам никто не отправит. Делай сам. Так, да, извиняюсь, если тут была мышка. Не помню. Нифига мы пошли блатно. По блатному.
Походка, конечно, это. Ее боялся Чечня. Ладно, простите. Найдите 20 денежных мешков, выберитесь через входную дверь, используйте глаза, используйте карту. Так, кто я? Так, сразу говорю, что это в 720p выйдет видео. Сейчас я немножечко модернизирую графику и вернусь к вам. Короче, я ничего не поменял. Здесь ключ, чтобы открыть эту дверь. Ключ, чтобы открыть эту дверь. Сюда можно. Графика очень хорошая. Сразу говорю, на видео она будет ужасной. Потому что, когда я записываю, у меня все провисает. Потому что все-таки у меня картошка, а не компьютер. У меня в ближайшее время я пока финансово не могу себе позволить. Так, у нас уже тем временем 3 мешка. Мы можем прыгать. И у нас даже есть стамина слева снизу. Свет да пропадает. А так и должно быть. Так, я помню, что я давно играл в это. И здесь, когда она летит, то это непонятно немножко. Потому что звук играет с нескольких этих этажей. То есть, она, например, вот тут над верхом или там снизу пролетит, у нас тоже будет все трястись. Я считаю, не очень честно. Так, сразу, чтобы отличие, да, полили. Телевизор вроде тот же самый. Картины только другие, тут немножко это приукрасили. Ой. А как я так дверь сделал? Мне теперь страшно. Ладно, шучу. Где она? Я нажал Q. Она в подвале. Сейчас на лестницу полетит, бежим. О, слышите, она это поет. И типа все трясется здесь, но на самом деле она... Далеко, короче, была. Так, ой, что с компьютером? Ну, он, кстати, также трёшься. И смотрите, проработано у нас тут окно, и как бы видно задний фон, план, двор. Все, короче, вместе. Так, вот она теперь рядом, видимо, раз фонарь замигал. Окна не открыть. Так, тем временем у нас уже 10 мешков. Смотрите, кстати, вот мне нравится, что как бы разработчик переделывает эти все немножко модельки, немножко графику. Ой, привет. Ну, не все, конечно, но большую часть, да. И от этого игра ощущается как-то даже, не знаю, по-новому, свежо. Мне это нравится. Вот в этом плане прям реально, когда ты, знаешь, вроде... Знаете, вот проходим игру, а она такая, как бы по-новому открывается. То есть ты знаешь, куда идти, там локации, куда направляться, а она просто немножко переделана и как бы по-новому открываешь для себя. Что-то она тут летает как-то слишком устойчиво, либо она уже здесь не летает, и это обман, чтобы брать классы. Так, 12 из 20, ну-ка. И тут нет, кстати, секретной комнаты. А, она в подвале. Периодически ее, конечно, слышно, но...
Ага. Но это все обман, чтобы выбрать классы. Так. Раз, два, три. 15 уже из 20. Насколько я помню, то ли 16 из 20, то ли 15 из 20. Вот в компьютерной версии было на... С двух этажей можно максимум собрать. Или 18 из 20. Вот. Единственное, что мне пока не нравится, это... Не то, что не оптимизация. Тут скорее просто проблема в компьютере, ничего такого. А вот пока что больше всего бесит... Ой. Привет. Бегите. А что, она может залететь сюда? Короче, проблема ее основная то, что, например, она вот слышно, как она там поет, но она, например, блин, в подвале, а мы на третьем этаже. Какого черта? Такого не было в старых версиях игры. Ну, в оригинальных, да? А тут она есть. Это поэтому не очень круто. Так бы было бы классно, если бы все-таки все тряслось, моргало и так далее, если бы мы были на одном этаже все-таки. Не знаю, как сложно это реализовать, но было бы приятно увидеть такие улучшения в новой версии. Кстати, жду. Вот. Так, это мы скипаем. И вот, кстати, вот со story мод тоже, кстати, чтобы вот не каждый раз пересматривать сцену, если ты умер, все-таки. Ну, как вот скипнуть? Я уж... Тут обычный скип был. Вот добавить кнопку скипа в story мод, это было бы просто великолепно. Я уж не знаю, как тут скипать. Вроде вот всегда тут появлялось, снизу. Вот, и чтобы звук от Крейси был все-таки на твоем этаже, а не там в подвале ты слышишь, но по звуку как будто... Даже не проблема в том, что ты, например, можешь слышать, что она где-то снизу летает, да, по звуку. Если это было... как это на русском-то? Задумка изначально. Вот. Короче, я бы понял, если бы реально звук как будто бы в наушниках был, что она там где-то снизу летает, и как бы это как задумка. Это тогда бы я простил. А так слышно, как будто она где-то там летает слева, а по сути она, блин, в подвале. И это как бы дезориентирует. Не знаю. Но лично мне это не очень нравится, типа реально. Как пропустить-то? Вот давайте еще раз, короче, пробовать. Я примерно засек время. Серию большой слишком не хочу делать, потому что, опять же, говорю, чем больше серия, тем сложнее мне рендерить. Все, давай уже, скип. А, она... Я думал, у меня игра зависла и прогружается так долго. Понятно. В общем, продолжаем. Ключ от подвала. Сейчас побыстрее буду немножко играть уже. Мы освоились с основными механиками. Мешочком пока не очень щедро. Так, она на третьем. Наверное, лучше тогда... Вот, опять слышу звук. И фонарик иногда, кстати, пропадает тоже, когда... Ой, где я?
Ой, все, хана нам. Нет, не хана. Пока что. Смотри, какая дверь бронированная. Так. Да, она где-то здесь летает. Или не здесь. Закрой дверь. Хотя закрытые двери ничего не дают. Через них сложно смотреть. И вот непонятно, она где-то здесь летает или не здесь. Ну, я сейчас выйду на нее по-любому и снова смотреть заставку. Не очень хочу. Зря в подвал пошел. Вот по звукам вообще не ориентируйся. Ран. Убежал. Ласка тут пропустил. В оригинале, кстати, если... Насколько я помню, если он тебя увидел, и ты забежал в дверь, как бы это... И продвинулся сильно вперед, она отстает от тебя. А тут она что, через дверь видит? Непонятно. Ну как-то немножко недоделано, что ли. Не проработана вот эта часть. Ну, где-то в подвале, да? Зачем я глаз потратил? А давайте побежим по приколу. Ой. Вот это shift. Мансим. Короче, самый удобный способ, чтобы на нее не наткнуться. Я вам показываю лайфхаки. Повторять дома нельзя. Она, кстати, на лестнице может поймать. Я помню, как-то проходил. Так. Для себя. И она может ловить. Короче, немножко недоработана эта часть, как говорю. С обнаружением и... А. Или нет? Два раза не распечатаешь. Вот, вот сейчас трясется, она реально на третьем... Извините, на втором этаже. Или она хайпит? В принципе, от нее убежать можно, так что сейчас будем пробовать быстрее проходить все это. Опа, звуки с оригинальной игры. Вот это я уважаю. Ключ от кухонной двери. Я думаю, она не пригодится на нормальном уровне сложности. Мне проще, чтобы она меня увидела. Потому что когда она знает, где ты, проще играть. А она вообще в подвале. Прекрасно. Ну, что это за бред, скажите? Ну это же бред, реально. Что это за звук? Господи, если бы он не таким был громким, было бы, конечно, получше. Алло! Не знаю, что тут. Здесь все будет нормально. Вот здесь с этого момента вроде как спавнится пила. В рандомном месте, где не знаю. Я знаю, что оно в подвале может спавниться. И, короче, сюда можно будет проникнуть и получить кое-какую сцену.
Где она вообще? Подвал? Ну, уже не подвал. Ладно. Постараться найти пилу, конечно, будет интересной задачей. А из-за музыки, кстати, еще сложнее слушать ее, поэтому... Но я уважаю то, что музыку решили ставить. То, что ее плохо слышно, это да. Она опять в подвале, а по слухам, как будто она тут рядом летает. Все? А где музыка нас связала? Тайной нашей стала? На втором пролетела, видимо. Есть, кстати, баг, если встать вот к этой штучке вплотную, то монстр будет просто стоять на месте, и как бы вам ничего не делать не будет. Я хочу сделать кругаля, короче. Вот видите, типа, монстр начинает просто стоять на месте и ничего не делать, так что... В экстремальной ситуации это может вам просто, не знаю, помочь, если там, типа, ага, она вот надо туда побежать, или она, например, оттуда летит, я стану сюда, подумаю, ага, наверное, мне лучше все-таки там пройти. Вот сейчас в таком духе. Вот отходим, и она должна за нами полететь. Как я нашел этот баг, это было совершенно случайно. Господи. Отстала, что ли? Прекрасные звуки. Типа страшно. Короче, я надеюсь, что она не слишком умная. Давайте постараемся найти эту ножовку. Свет моргает, она здесь. Ладно, мне пофиг. Главное, чтобы она не залетала в двери просто так. Ух, я уж хотел выйти. Ну какая. Ну-ка иди отсюда. Ты чё? Мне же не показалось. Только не Кемпи, выход, пожалуйста. Ладно, не Кемпи. Я не знаю, это, как эта пила выглядит именно в этой части. Кухонной. Мы сейчас умрем, чекайте. Так, ладно, нет. Вот такая кухня. Ой, а где дверь? Короче, если нас сюда пролетит, то нам хана. Че, деньги? Короче, тут нету этого, как его. Пилы. Здесь не пройти. Во, пила. Как взять? А. Excuse me. Было похоже. Тут она где-то летает. Я не хочу просто изи концовку, я хочу расширенную. Много ли чего я хочу, да? Это да. Теперь будет сложно выбраться, потому что... Что потому?
где она? Вот что-то понятно, да? Мне ничего не понятно. Хочу в подвал, короче, пробраться, если не понимаете. Но где-то в подвале искать — это дело гиблое. О, прекрасно. Сейчас подожди. Она еще и по большому пути пошла. Ошибочка твоя. Вот тут она как-то замечает вообще через... Непонятно что. Где еще деньги? Глаз. Как я понял, она типа не спавнится до мешков. Поэтому надо находить после. Ой, вот она. Blind the demon. Так, ну я не вижу. Кто видит, напишите в комментариях. Но мы сбегаем, короче. Не знаю, где эта пила была. Чао, бомбини. Это одна из концовок. В следующей серии тогда постараюсь вторую пилу, просто пилу найти. И получить вторую концовку. Оно здесь. Оно здесь. Ладно. Скорая помощь. Но мы-то разбились. А это мы. Да ведь? Да, мы какой-то этот... Странный чел. Ну, хотя мы воры, поэтому почему бы и... Как это называется? Платок этот. Я забыл, бандану, да? Одевают. Почему и нет? У него как будто вот эти белочки, как будто он... Слезы у него. It's the horror game remastered chapter 2. Ну это, наверное, была первая типа глава. Вот. Смотрим внимательно, изучаем, кто это проецировал. А, нет, это и так уже chapter 2. Мистер Резистерс, кот. Ну вот, в общем. Игра, я вам хочу сказать, хорошая. Вот. Точка. Советую разработчику продолжать делать ее. У нее есть потенциал. В принципе, вот я говорю, вот основные моменты, которые бы исправил, что ты не слышишь
Грейси, ну ладно, типа... ну я не знаю, в общем, то, что можно ее услышать, например, ты на третьем, а она в подвале летает. Ну это... меня это смущает. Да, ну, все-таки игра... в игре ты ориентируешься еще и по звуку, суть. Ладно, бог с ним, когда там она над тобой или под тобой пролетает, и у тебя начинает что-то моргать. Это еще можно смириться, но вот звук... нет. И оптимизация, но оптимизация это такое дело. Сложное очень. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!